присоединяется к нашему эфиру. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, простите. Хорошо, что вы на 2 минуты задержались, я как раз никогда не могу вписаться ровно. Слава богу, что YouTube позволяет нам плавно к хронометражу подходить, в этом его такое большое преимущество, в отличие от радио и телевидения. Но мы хотели бы начать с вами разговор с батискафа. Вот следите за историей поиска подводного аппарата «Титан», где находится 5 человек, и сейчас вот ведутся масштабные поиски. Ну, не то, что я слежу, но, естественно, попадает в новостной ленте. Это абсолютно ужасная, видимо, смерть, да? Пока непонятно еще до сих пор. Ассоциации там с Курском и так далее. То есть я эти приборы все очень не люблю, не доверяю им. Всегда, ну, как бы это очень героически сделать самый большой корабль или полететь первый раз там на Луну и так далее. Я понимаю, почему у людей эти амбиции. Они просто очень далеки от меня. То есть изначально авария «Титаника» — это костры амбиций, да? Построить что-то такое быстрое и мощное, но то, что не может диагностировать вообще, куда оно движется с такой скоростью, попытка там побить все рекорды, игнорирование сил природы, игнорирование рисков после уже столкновения и так далее. Это одни сплошные... прекрасное слово arrogance, заносчивость. Одна сплошная заносчивость. Вот я бы ни за что бы не полез в... Я бы полез, если бы мне за это платили, если бы я был, не знаю, подводным каким-нибудь подводником, который, для которого это работа и зарплата. А чтобы заплатить туда, это просто... Ну, для меня это очень другой мир. Я признаю, что с людьми право быть совершенно другими. Очень их жалко, во всяком случае, если надеюсь, что их спасут, если это не поздно. Насколько я понимаю, это практически уже все поздно. Ну, так или иначе, как минимум страшная психологическая травма. Я не очень вообще верю в технологии, я очень олдскульный. Вот, кстати, знаете, на что я обратил внимание, и хотел тоже с вами это обсудить. Я посмотрел комментарии в русскоязычном сегменте по поводу этой разворачивающейся на наших глазах трагедии. И очень много комментариев были примерно следующего содержания. Так этим богачам и надо. Вот это о чем свидетельствует? Откуда и присутствует ли действительно в массовом русскоязычном сегменте такая ненависть к людям, у которых есть деньги, как вы считаете? Ну, в России в целом очень высокий коэффициент Джини. И он, ну, такой олигархический, но все-таки какой-никакой, скорее уже больше никакой, но капитализм, и марафоны желаний и прочего, и прочее другое, что учит тебя зарабатывать деньги. Поэтому как раз огромное количество людей стремятся зарабатывать и хотят зарабатывать, и, безусловно, завидуют, а... Я думаю, что подобные высказывания связаны с тем, что государство делает все, чтобы эскалировать ненависть. Ненависть к транспереходам, которые вообще не было. Ненависть к украинцам, которые близко не было. Которые там в 2014 году просто невозможно было представить то, что вот сейчас будет вот это. Ненависть к... Ну, в общем, закончится нацизмом, безусловно, таким махровым, классическим. И закончится, боюсь, какой-то совсем ксенофобией. Но ему очень нравится разделять и властвовать. И вот он, если он где-то может нащупать трещины еще в обществе, он их обязательно использует. Я про Путина. Потому что это... Культ ненависти — это от него.
Ну вот, и при нем по всей огромной нации судят по самым жестоким, необразованным, агрессивным, не признающим никого точь-в-точь похожим, кроме тех, кто точь-в-точь похожи на них, упырям. Вот. Как в, не знаю, в подмосковной школе от большой фабрики чуть длиннее прическа, тебя бьют. Ты выше, тебя бьют. Немножко у тебя интеллигентный вид, бьют. Очки надел, точно бьют. А кроссовки привезли тебе какие-то иностранные, кроссовки сняли. А мопед у тебя какой-то новый, мопед отобрали. А, и так далее. То есть вот должны быть все одинаковые, серые, вот точно как в построении на зоне. Вот это то мышление, которое сейчас навязывается. А, опять-таки, далеко не вся, во всяком случае, молодежь подвержена этому мышлению, потому что всех как бы еще совсем недавно были поездки во Францию, Грецию и еще в страны Балтии, опять-таки же, в Юрмалу. Вот, и всем хочется зарабатывать и путешествовать, и тёлки, и тачки, и вот это все. Но государство своя такая, как это сказать, православно-ауешная милитаристская повестка. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, Наталья Витальевна, город Екатеринбург. Вопрос к Евгению. Значит, такой, мне вот 52 года, дочь в октябре где-то уехала в Казахстан, но я про что хочу спросить. Вы говорите, что все время пишете в Твиттере «уезжайте», я вас в Твиттер читаю, вы пишете «уезжайте». Понятно, что в этой стране вот тяжело уже находиться, жить, но в том, что, понимаете, вот я вот сейчас инвалид, у меня билеты на руках до Казахстана, но вот я как бы надвое, я не хочу как бы вешать себя дочери там в Казахстане на шею, потому что, ну поймите, у нее образования нет, она только устроилась, кое-как там на работу нашла, вот через полгода, и вдруг опять вот мать инвалид, вторая группа приезжает к ней, опять вешается на ей на голову и спрашивается, зачем. И вот, вы знаете, я сижу и думаю, а может не ехать, зачем я ей там? И вообще, куда дальше ехать? И что дальше делать? Мы же нигде, в общем-то, и не нужны, по сути. Вот у меня подруга, она, ладно, у нее родственников очень много, она мне так же говорит, Наташа, ты думаешь, здесь прям нас с хлебом солью встречают? Нет, не встречают. Спасибо, что у меня мать вот в Германии, она мне деньги шлет. И вот они в Турции так и живут, пока не может тоже ни на работу не устроиться, ничего. То есть, ну вот в этом вопрос. Что, стоит ли уезжать, если ты никому там не нужен? В общем, спасибо большое. Спасибо, Наталья. Спасибо, вопрос очень хороший. Если вы думаете, что я был в Англии нужен, это большое заблуждение. Я 3,5 года здесь судился, потому что мне сказали, что ты здесь не нужен, возвращайся в Россию. Это официальный ответ Терезы Мэй. Никому мы нигде не нужны, мы нужны сами себе. А вот звонок, который вы сделали мне, вероятно, через год, два или три, после этого к вам придут. Потому что общение с изменником Родины или еще там, что они придумают для меня, вот, это будет уже очень плохо. Как звонок за границу в Северную Корею могут посадить на 20 лет в Северной Корее, так и здесь могут посмотреть на вас косо. Это вопрос абсолютно индивидуальный. Насколько вам важна свобода слова, насколько вам дышится. А я в Твиттере обращаюсь к людям свободным, предупреждая их, так как вы это помните, вы немного старше совсем меня, вот, но вы этот липкий советский страх, я уверен, что помните, смотр строя и песни вы прекрасно помните,
И потом, как это все рухнуло под собственной тяжестью, придавив, к счастью, совсем не так много людей, как могло быть, вы тоже помните. Вот оно восстанавливается сейчас 70-е по вот этот тухлый, липкий полумрак 70-х годов. А опять-таки можно уйти жить в собственном, во внутренней магнолии, безусловно, но опять-таки одно эмоциональное замечание в моем же Твиттере, и вы вместо солнечного Казахстана уедете в совершенно не солнечный Норильск. Вот в этом вся разница. Все резко поменялось. То есть изнутри, может быть, даже не совсем видно, насколько поменялся вектор. То есть страна едет в Средневековье. И когда в начале 30-х многим евреям, когда еще была возможность уехать из Германии, говорили: «Все, продавайте, уезжайте», тоже люди не хотели, ну а зачем? Вот, слава богу, экономика пошла вверх, все хорошо, здесь я могу зарабатывать, а где, что я там в Канаде буду, что я буду делать в Америке, сколько мне, как долго получать визу в Великобританию, там я на эти деньги буду ютиться в лачуге, что я буду, кому я там нужен. Вот, но в итоге те, кто уехали, те и остались. Вот я не сгущаю краски, наверное, все не так плохо, но тенденция именно эта. И она, вот как этот курс взят в сторону тьмы, и полтора года назад просто вдавили на газ. На самом деле вдавили на газ, когда начались давать большие сроки, видимо, уже точно знали, что и как они собираются делать, это лето 20-го. Летом 20-го вдруг резко усилились репрессии оппозиционерам, это прям видно, можно прям сделать график какой-нибудь, кто-нибудь когда-нибудь сделает. Когда вместо 15 суток стали давать больше, когда вместо штрафа домашние аресты подолгу и так далее. Тогда же, когда отравили Навального, вот тогда они все решили по поводу и войны, и будущего. Севернее Кореи. Вот это, к сожалению, взятый вектор. Может, он в любой момент изменится? Может. Но, опять-таки, Казахстан с нефтью, газом и очень хитрым руководством, вот, наверное, все-таки более правильная страна, чем Турция, которая национальную валюту спасает только тем, что они истерически мечутся между всеми сторонами войны, Западом, Россией, Украиной, и даже огромная джентрификация в 2022 году не спасла национальную валюту, там, скорее всего, будет виток безработицы, потому что Эрдоган и его товарищи не очень разбираются в экономике. Вот. А Казахстан, наверное, будет одним из самых приличных, точно самое приличное из южных республик по возможностям человека и свободам. И экономически они, в общем, показывают очень устойчивый рост, начиная, наверное, с правильных решений еще относительно молодого Назарбаева в 90-х. У них вектор как раз плюс-минус правильный. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Евгений. Это Андрей. Я звоню из Еревана. Евгений, у меня вот такой вопрос. На днях я посмотрел интервью Виталию Демарскому, давал бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Так вот, он приличный довольно... человек. Да, приличный человек. И он довольно так смотрит оптимистично на то, что в России все может очень быстро и хорошо измениться, если к власти придет демократическая
демократическое, так скажем, управление. Вот судя по вашим словам, вы не очень в это верите. Можете сказать, почему у вас такой скорее пессимистичный взгляд на это? Спасибо. Ну, вот смотрите, я сижу под серым небом, да, и вижу, как впереди черная туча идет. Я слышу из нее гром и вижу молнии. Вот. А может ли поменяться ветер и выйти солнце? Ну, закон метеорологии, он абсолютно простой и самое основное, что после хорошей погоды всегда приходит плохая, а после плохой всегда хорошая. Просто вопрос, через сколько. Вот. То, что в какой-то момент у нас обязательно будут просветления. Я вчера, кстати, читал книжку 1911 года о житии и реформах Александра II. У нас обязательно бывают окошки свежего, относительно свежего воздуха в виде Александра II и Бориса Ельцина. Вот. Вопрос, дожить бы. Вот. И где лучше это окно переждать? Вот вы находитесь в Армении, наверное, даже в этой изможденной абсолютно коррупцией стране это гораздо комфортнее, чем в стране, в государстве, не в стране, в государстве убийц. Да? Вот, поэтому, да, дело за демократической оппозицией. Вот, дело, как говорится, за малым. Еще у нас есть звонок. Нет, подсказывает режиссер. Звоните, дозванивайтесь. Телефон, WhatsApp, Viber, Telegram доступны, поэтому все расплакались и бросили трубки. Да, ну, возможно, еще, кстати, до нас дозвонятся. Я напомню, что номер появится на ваших экранах. Есть у нас, да, звонок? Да, уже есть. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Добрый день, Влад. Добрый день, Евгений. Да, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Очень приятно вас увидеть, это интервью. Я бы хотел спросить такой вопрос у Евгения. Возможно ли, чтобы он немножко рассказал о том, как ему пришлось покинуть просторы Российской Федерации и каким путем он смог, скажем так, вывести свои деньги, на которую он открыл прекраснейший ресторан и магазин алкогольных продуктов в районе Мэйфэйр. Вот, наверное, многие из зрителей хотели бы услышать немножко этой истории, а не рассказов о нынешней ситуации и демократической оппозиции. Благодарю вас за этот, может быть, не совсем уместный вопрос. Да, спасибо. Звонок из Великобритании, да. Кстати. Всего 17 лет назад, в 2006 году, осознавая, кто и как управляет нашей прекрасной страной, мы решили, что Евросеть будет даже не дочерняя компания, а внучатая компания, у которой материнская компания будет на Кипре, а самая основная компания, да, изначальная, она будет в Нидерландах. Вот. И сделали такую схемку, переструктуризировав абсолютно всю компанию. И для того, чтобы мне получить деньги за сделку, нам нужно было в Великобритании, и она регулировалась британским правом с 2006 года, за два года до продажи. Мне нужно было в Великобритании продать голландскую компанию и получить в Швейцарию деньги. А если бы мне в этот момент даже выкручивали руки и ставили на живот утюг, что, слава богу, не произошло, а ни я, ни они ничего бы с этим сделать не могли, потому что сделка произошла бы именно так, что из Швейцарии в Швейцарию пришли бы деньги, и голландская компания переехала из одних в рук в другие по британскому праву. Вот. Мы понимали, с кем мы имеем дело, и застраховались, подстраховались
Плюс, когда пошла атака на нас, и мы подписали договор о продаже, мой друг и партнер, я на него переписал полностью все свои доли акций и решения, и он уехал, выключив все телефоны в неизвестном направлении. Месяц я даже не знал физически, в какой стране он находится. Поэтому меня даже бесполезно было брать в заложники. Я сразу сказал, что что бы ни говорили, как бы ни вымогали, ничего никому. Вот так у нас получилось. А предлагали договориться, стать карманным, стать прокремлевским? Да, конечно, конечно. Но потом сначала хотели деньги, потом хотели долю в потоке. Потом после сделки гораздо больше, но опять-таки деньги. Ничего никому. Кто они такие, воши? А как это все формировалось? Потому что я помню, что мы говорили с Ирен Лесневской, когда она владела РЕН-ТВ, она сказала, что как у нее отбирали уже телеканал. Еще, говорит, повезло, потому что удалось продать не по той цене, по которой следовало, но были относительно такие травоядные времена. То есть пошел некий накат, и ты уже ничего, как предприниматель, по большому счету, не мог сделать. Когда все эти тенденции стали? Мы несколько раз отбились. Мы в 2005 отбились, в 2006 отбились, в 2007. В 2008, когда они уже заручились поддержкой Путина, отбиться было уже сложно. Это была какая-то целенаправленная политика? То есть для чего они делали вот эти процессы? Политика или как это? Изначально, чтобы обогатиться и взять кэш-поток под контроль, а потом, ну, это кормовая база вот этой части ФСБ. Вот все, что связано с технологиями, сотовыми телефонами и так далее. И ну как так? Вот все платят, а эти не платят. Плюс мы повлияли на сокращение коррупционного поля просто в десятки раз. То есть сократили им кормовую базу. Плюс их повыгоняли из-за нас всех. И так далее. Тогда времена были травоядные, и Кремль пытался быть хорошим, к тому же еще потом пришел и Медведев, которому это на тот момент это был человек, это была точно другая субличность, нежели та субличность, которая пишет сейчас твиты. Вот. И они хотели выглядеть хорошими и быть хорошими, и без смысла никого не морочить. То есть если бы мы производили автоматы Калашникова, это одно дело на тот момент. Или бы у нас были бы, не знаю, нефтяные месторождения, это был бы один цимис. Вот. А здесь мы просто были обычной кормовой базой для генералов ФСБ. А вот когда произошел этот переход, когда генералы ФСБ, да даже не генералы, а просто офицеры ФСБ вытеснили из этого поля доминирующего там крупный бизнес, которых представители раньше называли олигархами, мы уже помним там Березовского и вот эту плеяду олигархов, которые действительно влияли на процессы в Кремле. Когда вот эти люди в погонах, люди в футляре, как их иногда называют, стали доминирующей силой? Они медленно заходили просто по мере развития своего голода. Сначала собрали все самое вкусное с опушки, все большие боровики и всю вкусную птичку подстрелили. Потом дальше глубже в лес. Вот. Чуть дальше были мы, дальше еще какие-то более менее значимые бизнесы. Сейчас любой кэш-поток обязательно сидит какой-нибудь в печени, человек в погонах и кормится с этого. Спрашивают у вас, а крупный бизнес может взять реванш у Путина? Нет. Бизнес — это то, что подстраивается. Это сейчас такая кривая карельская березка. Ну, госзаказы в основном у путинских друзей, тех, кто стали олигархами не вопреки Путину, а благодаря ему. У нас тоже есть разные виды олигархата. Есть, которые всячески от них открещиваются и спасли свои активы, скажем так, несмотря на путинских этих ребят, либо что-то потеряли, чтобы спасти большую часть или какую-то часть.
Вот, а есть, которые благодаря Путину разрослись и стали состоятельными. Вот те короли госзаказа, типа Ротенбергов, у них все очень хорошо. Но при этом вот вышло расследование, совместное расследование, в том числе издание «Важные истории», в котором раскрываются схемы ухода от санкций там, через гражданку Латвии, в том числе виллы в различных европейских странах, Монако, пентхаусы и прочее. То есть Ротенберги не готовы отказываться от тех активов, которые есть у них за пределами России, как мы понимаем. Безусловно, я не сомневаюсь о том, что им в Лондоне было комфортно, у них несколько миллиардов было, насколько я понимаю, проходило по счетам Барклайс. Я помню какое-то благотворительное мероприятие, жена Ротенберга устраивала прямо в Дорчестере, о чем висело огромное там шарики, еще что-то какое-то было большое благотворительное мероприятие. Мне абсолютно комфортно. Я думаю, что Ротенбергам эта война абсолютно не была нужна. Они все-таки про деньги, про бизнес, они не про вот это вот все. То есть они преданы Путину, и как он скажет, так все и будет вокруг. Но опять-таки лично им, мне кажется, она абсолютно просто добавила огромное количество геморроя и лишила каких-то денег, во всяком случае точно лишила независимости хотя бы той, которая была. А на чем эта преданность, на ваш взгляд, основана? То есть, если речь идет о крупном бизнесе? Кто был бы Ротенберги, кто они были бы, если бы не было Путина? Может быть, были бы небольшие бизнесмены, может быть, средние, но не факт, что они были бы настолько состоятельны и влиятельны, как сейчас. А это не забывается, когда ты начинаешь, уже став большим бизнесменом или там королем госзаказа, начинаешь эти деньги терять. Эта преданность не может ослабеть? То есть, если Путину покажется, что она ослабеет, то человек исчезнет, мне кажется, просто. Ну или просто перестанет получать эти деньги, и все. А Путин до сих пор является такой цельной, сильной фигурой на этой доске, или все-таки безусловно он теряет? Безусловно. И еще больше усилившейся войны. То есть все эти разговоры о том, что Путин слабеет, что есть некие там какие-то трещины, что надо ждать раскола, все это все, такие всех, розовые иллюзии. Это всех надурил и себя не забыл. Ну, вместо надурил нужно поставить звонкое матерное слово. У нас еще есть звонок. Здравствуйте. Звонок. Как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Ксения, я вам звоню из Вены, из Австрии. Евгений, мне лично вас, вот как успешного бизнесмена и как человека, которым вы зарекомендовали себя, очень хочется спросить про роль искусства. Я в войне в том числе. Я сама такой старомодный писатель, который пишет художественные книги, которые больше никто не читает. Одна из них про идущую сейчас войну в Украине. Я сражалась с издательскими домами, никто меня печатать не хочет. Пыталась в интернете, но маркетинговые стратегии в интернете не для меня. В общем, никто не читает. И к вам вопрос не столько, как добиться успеха, сколько, а вот стоит добиваться того, чтобы это действительно важно, чтобы кто-то прочитал это или увидел. Бывают такие произведения искусства, которые могут изменить, ну, не мир, но в целом ситуацию, восприятие, состояние людей или нет. Бесполезно спрашивать писателей, такие деятели искусства, собственно, такие вопросы. А вот вас, как человека прагматичного, и одновременно не чуждого искусству, спросить это очень интересно. Спасибо. Да, спасибо, Ксения. Безусловно, такие книги есть, как книги, как антиутопии повлияли на укрепление веры человека в свободу. Здесь от матери всех антиутопий современных мы, Замятин мы, это и «Атлант расправил плечи» 1984, и
451 градус по Фаренгейту, и дивный новый мир, и скотный двор. И много подобных вещей, безусловно, они возвращают человеку достоинство и то чувство свободы, если у него есть зачатки. Книги, которые пронзительные антивоенные книги, как «На Западном фронте без перемен», «Бойня номер 5», «Поправка 22», «Последние свидетели» Алексеевич. Вот последний я прочитал, «Благоволительницы» Джонатана Литтла. Они, безусловно, останавливают тебя от ненависти, от каких-то фобий, от желания там маршировать и брать в руки оружие. Безусловно, они влияют очень сильно. Вот. Я желаю вам достучаться до сердец ваших читателей. Ну, кстати, вот антиутопии часто заканчиваются без хэппи-энда. Мы можем взять финал Орла, например, и понять, что он в конце концов главный герой, который вроде попытался сопротивляться этой системе, принимает эту пулю с благодарностью и любовью к этой системе. И в этом, конечно, ужас этого финала. Мы наблюдаем это что-то в реальной жизни, когда люди, которые даже не все, но некоторые, которые сначала, казалось бы, сопротивлялись, а потом все это принимают и принимают с благодарностью. Вот задумывались над таким сценарием? Человек устает, да. Это тоже может быть. Ну, были люди, которые сражались с Советским Союзом всю свою жизнь и умерли незадолго до конца в состоянии изможденности. Ну, да, такое тоже может быть. И, может быть, мы с вами так и будем беседовать через 10 лет. Путин запустит Hyperloop от Москвы до Пекина, о котором как раз и писал в «Дни опричника» Сорокин в другой антиутопии. Вот, кстати, в продолжении такого разговора о перспективах Дмитрий Потапенко нередко высказывает такую мысль, что вот когда, скажем, оппозиционные различные политики или каналы говорят о том, что ну там прекрасная Россия будущего, ставшая уже мемом, он говорит, давайте об этом забудем, в ближайшие годы определять политику в России будут группы людей с крупнокалиберными пулеметами, а не демократические силы. Вы разделяете эту точку зрения? Действительно, политика будет определяться крупнокалиберными пулеметами внутри России? Политика будет определяться теми людьми, на чьи счета приземляются деньги от нефтегаза. У кого крупнокалиберные пулеметы, будут либо присягать им на верность, либо будут уничтожены теми, у кого калибр крупнее. Вот и все. В секунду. И мы даже не узнаем, может быть, об этом. Поэтому нет, я здесь не соглашусь. У нас вопрос от Ильи. Он спрашивает в Телеграме. Евгений, как вы относитесь к РДК и Легиону Свобода России? С любопытством. Но вообще нужны такие, ну, назовем так, боевые крылья оппозиции российской? Можно ли их так обозначить? Ну, они так или иначе... Ее же никто не заставил быть сформированным. Он сформировался, потому что у какой-то пока еще очень небольшой части общества есть на это запрос. Был запрос на приморских партизан, и поэтому они организовались. И, безусловно, по углублению ПТСР и повышению градуса ненависти и увеличению количества оружия на руках, подобные организации могут только увеличиться и множиться. И могут быть какие-то альтернативные, чуть-чуть с другими там, политическими какими-то коррективами и так далее. К сожалению, да. Мы
очень далеки от какого-то независимого, честного, условно британского суда здорового человека, быстрого и честного, действительно во многом будут риски о том, что будут риски того, что подобные отряды могут делать как для общего дела, а общее дело, я считаю, это изменение строя на демократический, а как полезные вещи, так и неполезные при самых лучших намерениях, как им кажется. У нас еще вопрос из Телеграма. Спрашивают вас. Интересно ваше мнение по поводу заявления президента Чехии в связи с пристальным контролем за русскими и россиянами за границей. Перебор или в этом есть здравое зерно? Спасибо. Такой вопрос. Что является контролем в его понимании? Браслет на ногу повесить или следить за перепиской с соцсетями, запустить на русские номера роботов, которые бы отслеживали, о чем люди говорят и пишут? Вот какая степень контроля? Если они хотят отслеживать, о чем общаются изначально люди с городом рождения Москва и русскими паспортами здесь, в Лондоне, мне только комфортнее будет, пусть следят. Вот. Мне это бояться нечего. А если они хотят не выдавать визу или мурыжить по 70 дней, то это глупость. Ну, такой ультралайт нацизм, которым многие сейчас болеют. Ну, потому что с русскими уехавшими, с ними же проще бороться, чем с Путиным. Вот. Несмотря на то, что он, судя по всему, приличный человек и есть запрос в обществе, вот это вызвало такую реакцию. Но опять-таки ограничивать свободы или контролировать — это две большие разницы. Я уверен, что когда Великобритания проводила спецоперации в районах и странах с доминирующим населением мусульманским, здесь тоже в мечетях прислушивались агентуры, о чем поют. Давайте будем смотреть правде в глаза. У Путина много агентов, сочувствующих людей и просто прямых агентов, а также людей, способных на какие-то там условные спецоперации. Вот, поэтому пусть контролируют. Кстати, в связи с этим сразу возникает вопрос. Пусть контролируют, но жить не мешают. Я бы хотел сказать, чтобы главное, чтобы презумпция невиновности не была затронута. Потому что в недопуске просто по русскому паспорту в 4 страны, включая Латвию, здесь поставлено, ну, здесь отрицается презумпция невиновности, что очень неправильный, тревожный символ и тонна воды на мельницу Путина. В том, что он прав, говоря, что нас не любят просто из-за того, что мы русские. Екатерина Шульман выступила с такой инициативой, ну, по крайней мере, ей это приписывают, что, может быть, стоит создать пост омбудсмена по делам русских, россиян и так далее. Как вы оцениваете эту инициативу? Мы пытались, Екатерина, уже целый год. То, что смешно назвали паспортом хорошего русского, это то, что пытались сделать уже год назад, это то, что не получилось на данный момент сделать, и то, что получается сделать у Тихановской. Вот Тихановская, ее, скажем так, альтернативный кабинет смогли добиться при ПАСЕ каких-то, во всяком случае, заявлений, что уехавших белорусов не нужно судить так же, как приспешников Лукашенко. Но, видимо, мы совсем сделаны из другого вещества, потому что в отношении россиян, уехавших, таких заявлений ПАСЕ нет. То есть
в этом таится очень приятное для Путина и неприятное для свободного мира посыл. То, что Лукашенко такой же соучастник в войне, готовый сейчас применить ядерное оружие, разместивший у себя бомбардировщики, которые там летают и так далее, и запустивший со своей территории ту самую часть российских войск, которая устроила резню в Буче, например. Но при этом белорусов нужно судить по делам их, а русских по паспорту. Как это? Объясните. Я не понимаю. У нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, Андрей. Хотел спросить гостя, вот так, предпринимателя. Некоторые магазины сейчас открываются под другими названиями западных производителей. Соответственно, вот пытаются каким-то образом здесь закрепиться. Можете как-то это вот прокомментировать? Не в курсе ли, так сказать, руководство вот этих вот компаний, то, что здесь происходит на этом рынке? Спасибо. Да, спасибо, Андрей. Бизнес служит цели заработка. Бизнесмен ищет способы заработать. Осуждать... Я последний человек, кто будет за это осуждать. О том, что нужен параллельный импорт, есть в моей записке Герману Грефу от конца 2005 года. То, что в России должен быть закон о параллельном импорте. И я пытался его всячески продвинуть, а Медведев об этом заговорил. Кстати, на него мы тоже отправляли подобный документ. А когда сименсовские турбины нужно было после первых санкций в 2014 году где-то покупать. Вот, это либертарианская классная мера, параллельный импорт. Так как не могут быть чернила для седьмого класса или вода Эвьян только для Турции или только для Индии. Если она сделана на производственной базе Эвьян, и Эвьян получил за нее деньги, то в какую бы страну он ее не продал, и для какой бы страны она ни готовилась, она безопасна для россиян, белорусов, латышей и так далее. И если компания задумала такую стратегию, что они телефон Nokia продают в Индию за $18, в Америку за $23, в Европу за $23, а Великобританию за $23, я не, вот прямо сейчас не шучу. Вот, компания из Великобритании должна быть абсолютная возможность купить в Индии за $18 плюс маржа индийского дистрибьютора, если он ее возжелает. Вот. Потому что не будет гарантии, но купите дополнительную гарантию или напишите, что она без гарантии и так далее. То есть параллельный импорт — это классная мера. Например, во многих штатах Америки она разрешена и не регулируется, и в Эмиратах она разрешена. Вот, поэтому везде, где существует закон, не признающий право корпорации на территориальное деление, везде очень низкие цены, и везде эти страны являются большими импортерами и техники, и еды, и одежды, и так далее. Вот. Еще вопросы с Телеграма спрашивают, а как вы оцениваете высказывание, точнее, даже не высказывание, а призыв Вячеслава Володина, спикера Госдумы, мол, возвращайтесь, смотрите, вам там плохо на Западе, возвращайтесь, вы нам нужны, Россия вас примет и так далее. Что можно сказать? Уезжайте немедленно, а у вас, если вы хоть как-то значимый человек и что-то в этой жизни можете, у вас... запакуют, заберут паспорт, и вы можете либо работать на родину, вот, либо уехать в шарашку. Вот, поэтому уезжайте, переживите смутное время,
вне родного места. Смотрите, в странах Балтии, в Канаде, да и в Великобритании тоже растут березки, тоже можно напечь блины и пореветь в борщ под Шафутинского, вот, но без угрозы для жизни и свободы. Еще вопрос из чата. Спрашивают, не смотрели ли вы интервью с Надей Сказкой, Ксенией Собчак? Это такой оживший символ гламурных 90-х, потому что... И даже нулевых, начало нулевых, насколько я помню. Я посмотрел, скажу честно, посмотрел это интервью, и вот у меня в связи с этим возникает вопрос. Ну вот был вот этот период гламура какого-то такого, по крайней мере, даже в каком-то смысле анимационного, не знаю, так со стороны это все воспринималось, очень гипертрофированного. Но была же эта тяга к роскоши, потреблению, чему-то такому. Вот эти исчезнувшие герои нулевых, сейчас, когда они появляются, о чем все это свидетельствует? Вот как вы считаете? Вот это время. Почему тогда было так, а сейчас все изменилось кардинально? И изменилось ли на самом деле? Мне кажется, задача, журналистская задача Ксении Собчак — найти абсолютную кринжатину, найти идиотов, найти людям, которые, в общем... Найти какую-то дрянь у людей, какое-то что-то постыдное, что-то чудовищное, тупое, поймать на чем-то, на какой-то дряни и так далее. Я не смотрел, не буду смотреть. Мне это, ну, мне и так часто тошнит от новостей. Еще на двух очень неприятных людей смотреть я бы, наверное, не стал. Что происходило в 90-х, останется в 90-х. Вот. Ну, я тоже, можно сказать, частично из того же времени. И тоже с 2000 по 2008 года прожил на Рублевке. Вот. Фактическое ископаемое, и что? Ну... Мне кажется, вот такой, как у «Снежной королевы», когда тролль разбил зеркало, и вот эти осколочки разлетелись везде, и что видит в людях все самое дурное, гипертрофируют все самое там нечестное, лживое, постыдное. Вот. Мне кажется, вот это зеркало Ксении Собчак, это ее выбранная ей стезя, потому что людям, каким-то людям приятно смотреть, там, как она ищет фалоимитатор у Волочковой. Вот. А как это, старый анекдот есть про семью металлистов. Перепили металлисты, и с утра очень плохо одному из них. И говорит, мне так плохо. Говорит, ну поставь Грейвдиггер. Говорит, не помогает уже. Ну поставь там Металлику новую. Нет, вообще не помогает. Ну поставь там, не знаю, Slayer. Slayer тоже не помогает. Слушай, давай так, поставь-то «Ласковый май», проблюешься, и все будет хорошо. Вот, вот у меня такое к этому отношение. Если мне нужно будет проблеваться, вот я обязательно включу что-то из этого. Тася спрашивает вас. Добрый день. Возможно ли объединить всех оппозиционеров, живущих в разных странах? Как вы считаете, разногласия в их рядах тормозит развитие демократии в России? Страна в этом отношении, по вашему мнению, не безнадежна ли? Спасибо. Вопрос от Таси в Телеграме. Страна абсолютно не безнадежна, и люди безнадежны. Шучу. Страна не безнадежна, просто... руководство достаточно сильное и достаточно хитрое. Кого-то держит в страхе, кого-то все еще может надурить, а самое основное — полностью узурпированное право на насилие в одних руках.
Поэтому страна не безнадежная, но скованная одной цепью, к сожалению. Если бы, опять-таки, так как это, Россия — это не отдельная планета, а страна ровно на глобусе, если бы западным и восточным партнерам вообще было бы невыносимо смотреть на путинскую военщину, они бы перестали бы платить, и военщина бы закончилась. Но платить они не перестали, а летом 22-го платили как никогда за всю историю России. Как никогда. Вот. Ну, так на рынке стоили ископаемые, у которых в России закопано предками на 75 триллионов долларов по оценкам. Поэтому они любое количество времени могут существовать и исполнять все, что угодно, им все сойдет с рук. То есть получается, что Путин сейчас находится всех в относительной переиграл. Безопасности? Да. Путин в абсолютной безопасности. Для волнений в народе нужны, я еще раз, наверное, повторюсь, я много раз это говорил, что, может быть, кому-то будет скучно. Это, по сути, четыре признака. Галопирующая инфляция, она — это самый, наверное, серьезный фактор, который сейчас есть, потому что она не галопирующая, но она есть. Вот. Был галопчик в прошлом году, но они вернули все вручную назад. Инфляция есть, то есть доллар обесценивается, фунт обесценивается, но рубль обесценится на данный момент быстрее. Но не настолько, чтобы это... Да, цены растут, это вкусно, и точка недавно эти цены подняли. Но это все равно не настолько жутко, как это было там в конце 80-х, когда государство меняло цены, и не как это было в 90-х, и не как это было с каждым падением курса в 98-м, в 2008-м, в 14-м, 14-15-м, в 22-м. То есть не было... Сейчас оно медленно-медленно ползет, они опять-таки вручную тихонько отпускают. Второй фактор — это безработица. Из-за того, что часть убитая и покалечена, часть ждет своей участи на скамейке запасных в Украине и в южных регионах на тактическом слаживании, а самая мудрая часть уехала, безработицы нет. И это очень серьезный фактор, да. Есть еще фактор коэффициент Джини. Коэффициент Джини в России большой, и в целом при других факторах он может быть условно-революционным или, во всяком случае, таким не помогающим власти. Это отношение доходов 10% самых богатых на 10% доходов самых бедных. Следующий фактор — это отсрочки по зарплате. Из-за того, что почти все контролируется государством, а даже если то, что контролируется большими частными компаниями, зарплаты все равно — это крайне важный государственный момент. Путин прекрасно помнил, как он приходил к власти, как Горбачев потерял власть, как крупнейшая геополитическая катастрофа случилось. Это были выдача учителям зарплаты водкой, выдача в гусе хрустальным зарплаты хрусталем. И самое основное — это отсрочки по выплате зарплаты. Поэтому если важный инцидент, который произошел в Пикалево, по-моему, в 2009 или 2010 году, когда он приехал в частную компанию к Дерипаске и сказал, что немедленно выплатить зарплату, потому что там люди волновались. Зарплаты выплачиваются все вовремя,
и они крайне жестко за этим следят. То есть разнесут просто компанию, если ты не будешь платить вовремя. Вот, поэтому все социальные факторы практически все убраны. Да, и еще очень важное, это специальная такая русская особенность, это россияне не прощают военных поражений. Если Акела промахнулся, он не существует. Вот, и... То есть они могут жить в очень холодном климате, где фекалии замерзают на лету, в сортире, на улице. Но очень важно, чтобы победили. И, но на данный момент все, что произошло в Украине, легко продается как победа, к сожалению. Потому что было, вот была здесь граница в феврале 22-го, а сейчас она больше. То, что она в какой-то момент была там в два раза больше, ну вот, вот так получилось. Вот. Приросли земелькой, как говорит Путин. Все. Победа, победа. Деметализировали, деметализировали. Все, как Песков сказал, все... Все оружие мы у них уничтожили. А это сейчас это западное, это другое. Вот. Денацифицировали, деметализировали, все хорошо. Вот смотрите. Территории присоединили новые. Вот наш Малоросский уезд, какой-никакой. Там житница. Вот зерно будем продавать украденное. Все, мы молодцы. У нас Азовское внутреннее море. Это первая победа Петра Первого, чтобы Азовское внутреннее море было, кстати. Абсолютно бессмысленно геополитически. Но, тем не менее, вот это все легко продается как победа. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо, что нашли время и вышли в наш эфир. Мне кажется, сегодня люди потом пить пойдут сегодняшний, прямо с обеда, после нашего интервью. Давайте все-таки скажем, что тем не менее, несмотря на эти все тревожные факторы, нужно продолжать помогать Украине, потому что Украина борется за правду, за свою землю, и мы будем продолжать это делать. Послезавтра наш ужин в недалеко от Ниццы, и там еще есть два места. Подробности в Инстаграме. Медицину и тактическую медицину с этого ужина уже отправили в Украину. Вот, я просто не могу не говорить о тех страхах, сложностях и проблемах, которые есть. Ну, кто-то же должен. Вот, но тем не менее, давайте мы не будем опускать руки. Спасибо. Спасибо вам, и заходите на Инстаграм Евгений Чичваркин, там есть вся информация, и также подписывайтесь на YouTube. Тот самый Чичваркин. И ставьте с подобайки. Спасибо вам, и будем на связи. Всего вам доброго. До следующего раза. Всего доброго. До свидания. Мы продолжаем наш стрим.